Тюменские полицейские начали проверку по факту ловли уток на пруду Школьном. Видео размещено в группе ЧС Тюмень ВКонтакте. На кадрах видно, как мужчина приманивает птицу и прячет ее в сумку. По словам автора, это не первый подобный случай. Мужчина и еще двое молодых людей каждый день охотятся на уток у этого водоема. Пост уже собрал более сотни негативных комментариев. Автор публикации пишет, что намерен обратиться в правоохранительные органы. Как нам сообщили в управлении МВД по городу Тюмени, никаких заявлений к ним пока не поступало. Но полицейские уже начали проверку по факту выявленной публикации.